на вас, вы понимаете, я всегда смотрю в суть. То есть я земной знак, у меня все очень просто. Я смотрю на человека, вижу его глаза, сверкающий блеск, свежую кожу, желание что-то творить. И я, наверное, все-таки буду просить настойчиво вас о том, чтобы все-таки вы когда-нибудь для всех, для нас и для меня в том числе, провели какой-нибудь такой вот, может быть, даже вот здесь какой-то семинар. Но это действительно для избранных, потому что здесь даже на стенах написано, что кто придет с чистым намерением, тот и останется. Поэтому очень многие не доходят для таких людей. Как вы. А как вы относитесь к вот именно к магии, к привороту, например? Человек, который единожды ушел в магию, у него есть шансы вернуться в космоэнергетику или нет? Именно из оникса. Понимаете, вот все в этой жизни запрограммировано, действительно нужно не сопротивляться, снимать с себя эти шоу.
А сейчас? На чем остановились? Ну, давайте я закончу фразу. Хочу всех еще раз напомнить о том, что 19 сентября будет премия «Магистериум». Это первая международная премия планетарных искусств. Почему планетарных? Потому что вот сегодня у нас в гостях космический гость Олег Молодецкий. И я думаю, что каждый из вас должен это понять и почувствовать. Поэтому молодые дарования, кто пришел на эту планету и не знает, что делать со своим даром, люди, которые уже познали какой-то путь эзотерики, вы всегда можете прийти и найти свое, так сказать, просветление в нашей компании. Поэтому мы прощаемся. И я надеюсь, что следите за нашими новостями. Донна Луна ТВ – это наш YouTube-канал, и мы будем вас держать в курсе всех наших событий.